Школа танцев «Будь собой» существует в Лобне год и за короткий промежуток времени добилась высоких результатов. Ее посещают 250 учеников, которые каждый день изучают новые танцевальные направления. И весьма успешно. На отчетном концерте побывала Екатерина Клемешева. В зрительном зале аншлаг. Билеты на отчетный концерт студии «Танцы будь собой» были распроданы еще задолго до. Танцевальная школа открылась год назад. Цель была такой же сложной, как тройной пируэт. На высоком профессиональном уровне развить в городе сразу все современные танцевальные направления. Предложить своим ученикам системный подход к познанию самого ритмичного, чувственного и зажигательного искусства. Я хотела, чтобы в школе были, во-первых, представлены все современные стили танцев, которые сейчас есть вообще в мире, чтобы развивать в городе, в нашем Лобне, эту танцевальную культуру. Вот. И также хотела, чтобы мы воспитывали детей с раннего возраста. То есть сейчас мы принимаем детей с 3 лет, и вот постепенно, с каждым годом они изучают все стили, направления, и там к 14 годам они уже выходят из нашей школы, в принципе, полноценно развитыми танцорами. Подобного танцевального образовательного формата в Лобне еще не было. Контемпорари, джаз-фанк, хип-хоп, клубная латина, женственные танцевальные направления, стрип-пластика, поль-дэнс, стретчинг, колонетика, восточный танец, йога, фитнес. Это все скрывается за названием «Будь собой». Нравится, как преподаватель в первую очередь к нам относится. И вообще в целом стиль танца очень нравится, потому что дает саморазвитие, кроме хореографии. Здесь можно выразиться и актерски как-то, свои эмоции вложить, душу. Когда приходишь в зал такой какой-то нагруженный, а танцуешь, все это, все твои эмоции выходят, ты можешь себя проявить в танцах, открыть. В этой школе танцуют все и все, от мала до велика. Совсем еще крохи, которых после детского сада родители ведут в танцевальный зал. И взрослые с активной жизненной позицией, желающие быть в форме, быть собой. У нас, в принципе, много есть льгот. То есть это и для пенсионеров, и для многодетных семей. А если у нас несколько детей из одной семьи приходят, то есть мы предоставляем скидки. После января у нас будет по школам проходить бесплатные занятия. То есть вот в каждой школе выходные дни выбираем и будем бесплатные занятия готовить. Плюс ко всему будем бесплатно сейчас готовить по школам выпускные и последние звонки. Отчетный концерт стал показательной итоговой работой за год. В нем приняли участие все ученики школы, а это порядка 250 человек. Признание, популярность и востребовательность – главное достижение школы. Когда ты приходишь на занятия, даешь им какой-то материал, какой-то танец, и когда ты видишь, что им это нравится, и они, если сказать грубо, то начинают болеть танцем, так же, как когда-то заболели мы все, педагоги. Вот это, наверное, вдохновляет больше всего, когда мы свой опыт передаем уже другим людям. Руководители школы, супруги Роман и Евгения Зайцева, не скрывают, танцы – проект не столько коммерческий, сколько социальный. Ориентированность на общество заметило и руководство города. На концерте присутствовали градоначальник Николай Гречишников и руководитель администрации Евгений Смышляев. Отличительная особенность этой школы, что она открывается не на муниципальных территориях, а, соответственно, на частных объектах, да, соответственно, открываются школы, люди организуют эти школы, туда ходит очень большое количество людей. И сегодня вообще такая тенденция, что не только муниципальные территории, да, задействованы различными спортивными кружками и секциями, а у нас открываются новые центры, там, в торговых центрах, в каких-то, соответственно, других помещениях. Да. Зрители увидели грацию и пластику, техничность и артистизм. Это было захватывающее путешествие по бесконечному танцевальному миру, зажигательному, трогательному, иногда откровенному. Научиться танцевать может каждый, уверены хореографы школы, было бы желание. Я когда начала заниматься танцами, стала более, мне кажется, открытой, более пластичной. Вот. Для меня студия танца – это наш танцевальный домик. Туда прямо приходишь, и сердце радуется. Приходя на тренировку, надо себя чувствовать вот естественно. Ты приходишь заниматься, получать удовольствие, преподаватели дают тебе свое настроение, ты им. И действительно, и тренер, как говорится, будь самим собой, получай удовольствие от танца, живи, радуйся. Танцы – это красиво и это спорт.
Это красиво, и душа танцует вся всегда. Хореографы школы – профи, обладающие энергией и умеющие зажечь. Они доказали, что знают, как научить двигаться красиво, быть на «ты» со своим телом. В первую очередь мы должны научиться их красиво двигаться, да, красоте, грации на сцене, чтобы они чувствовали себя уверенно, не боялись, не стеснялись. Танцевальная школа «Будь собой» развивается семимильными шагами. По итогам 2015 года она признана лучшей в городе. Это только начало. Хочется, чтобы город Лобня стал танцевальным городом, чтобы здесь, может быть, уже не только в рамках нашей школы, но стали развиваться танцевальные команды, ездить на фестивали, чтобы о Лобне знали, чтобы о школе танцев знали, как очень сильной школе, которая готовит хореографов и танцоров. Екатерина Клемешева, Дмитрий Жуков, телекомпания «Лобня».